Всем привет, ребята, и хорошего вам настроения. Ну что же, мы продолжаем играть в игру Cuts, и я перехожу на 11 этап. И разблокировал более мощные детали. Выбираем вот эту вот. И сундучок у нас. Из него выпадают всякие детальки. Но пока я не вижу для себя ничего хорошего. Так, шкив, ковшик, катер. Да, ребята, ничего хорошего, кроме алмазиков и денег здесь ничего нету. Ладно, давайте будем что-нибудь с этими деталями делать. Так, ладно, закрываем. Битва. Посмотрим, что мы здесь сможем сделать. Давайте глянем. Ага, первый готов. Отлично, медалька моя. Ну-ну-ну, тихо. Нифига, они там уже на трех колесах ездят. Здорово просто. Так, ай-яй-яй. А нет, в принципе, все отлично, ребята. Я завалил. Слушайте, и пока я иду довольно неплохо. Так, уже 4 победы. Вау, великолепно. Агит готов. Так, тихо-тихо, не буянь, не буянь. Вот, лучше до парашютики полетай. А это что за чудо техники? Ха-ха. Карман. Ладно, медалька мне в карман. А это что такое? Оп, куда-то у него лазер не туда стрелял. По-моему, куда-то в землю. О, вот это плохо, ребята. Медлительный был, но мощный. Так, здесь победили. Что тут у нас? Ага, с пилой. Ну-ка, отлично. Так, ребят, я довольно хорошо иду. Может, ой-ой-ой, два лазера. Ай-яй, нет, я выжил. Фу, чудо-машина у меня, однако. Далмон, все, готов. Так, Фелис. Фелис, Фелис, не жути. Фелис, зачем же ты так со мной? Так, ну ладно, ребята. Прикольно, на какой? Ух ты, и я сразу же получаю первое место. Ну, лучшего даже и пожелать нельзя было. Замечательно. Ну, теперь я могу смело идти и апгрейдить свою машинку, по идее. До открытия следующего сундука у меня 5-6 часов, елки-палки. Так что давайте приступим. Что мы можем с вами тут посмотреть, продать и влить? Ага, ну-ка. Ух ты, идет неплохо, в принципе, да? Отлично. Так, вообще изумительно. Растут хпшки у меня. Да, давайте вливать. Итого у меня уже, о, 2375. Надо что-то нам делать с оружием, ребята. Как-то его усилять. Да, вот практически все детали у меня сейчас и улетят. Да, не так, так на продажу. У меня еще, я смотрю, есть две батареи энергии. Но использовать мне нету смысла их, потому что все слоты у меня заняты, а что-то крутое ставить нету пока смысла. Так, ну все, вот и в принципе я остался без всего. Без деталей и без денег. Ну что же, давайте еще разочек сыграем битву и посмотрим. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас звезданет. Так и есть. Да, мощная машина. Так, тихо, ты-то хоть. Ё-моё, да что такое-то, а этот? Откуда вы взялись? Вроде вас не было недавно еще. Так, а этот трехколесный я помню, он даже по мне и попасть-то не мог. Мимо пролетели снаряды. Так, ну а здесь, ну здесь моя победа. И, по-моему, дальше, я насколько помню, не будет таких сильных врагов, и я их всех буду разбивать. Агит? Все, готов Агит. Так, ты не буянь здесь лучше. Вебинар, название так. Карман, ага, который мне в свое время медальку дал, это хорошо. САС, ну, этого у него в землю куда-то лазер стреляет. Неправильно он немножко колесики поставил. Так, Фортуна отфортунилась. И Сэмми, 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 не буянь. Вот это хорошо. Так, замечательно. Разбомбил я его. Следующий. Ну что, я думаю, что здесь особых никаких, как вы видели, проблем нету. Но не сомневайтесь, что будут более сильные враги и совсем-совсем скоро. Но, как говорится, мы загадывать не будем, а сами все это увидим. И причем очень даже быстренько. Вы даже не успеете моргнуть. Ну что же, ребята, давайте посмотрим. Ага, как видите, я упал на третью позицию. И прошло буквально совсем ничего времени-то. Вот так мы быстро спадаем. Ну, зато у меня открылся сундучок. Давайте глянем, что тут у него. Пила, диск. В общем, такая шелупень, ну, кроме, конечно, импульса. Но он мне так таковой не нужен.
А, у меня еще детали на кону. Давайте посмотрим, прокатили ли мои ставки. Я уже, честно говоря, и забыл, на кого ставил. Ну, в общем, можно все это сейчас глянуть. Я уже, правда, забыл, как это смотреть. Подождите, надо... Как смотреть-то, елки-палки, а? Так, заходим. И где-то же... А, подожди, какое? У меня сейчас будет ставка, елки-палки. Время подошло, вот. Так, смотреть. Что-то не пойму, а там-то куда смотреть? Ну, давайте глянем. На кого я там поставил, не помню. Ну, обычно мне не везет на моих ставках этих. Надеюсь, который проиграл, я на него не поставил. Вы... Понятно, я проиграл. Ё-моё, а? Не буду я восстанавливать эти детали. Надеюсь, да, у меня была всего одна ставка, и это хорошо. Ну-ка, давайте быстренько. Это что такое было? Он даже не успел ничего сделать. Ну, я его разбомбил. Ну, а так, я думаю, что мы бы с ним, наверное, повоевали. Но мне надо два сундучка, ребята, заработать. Поэтому будем сейчас долбить эти быстрые бои. Ух ты, ничего себе он там форсирует. Гейтс. Ты извини, братишка, так нельзя. Ты хоть думай, когда что-то ставишь себе оружие. Так, ого. Поставим с короной ящик. Я, правда, не знаю, что означает корона на ящике. Вот это было глупо с твоей стороны, что ты поставил эту, как его, турбину спереди. Да тем более на отдувание. На, не на приближение, как бы, сзади, а наоборот, на отдув. Так, опять ты, что ли, мне тут попался? Ну, извини, братиша. Чё ж я могу поделать? Спасибо тебе за сундучок, наверное. Нет, не дали мне еще пока сундука. Ну, продолжаем бомбить. Ух ты! Ёлки-палки, две ракетницы плюс пила и 6000 хп. Ого-го, ребят, ну сколько же он туда денег влил, а, в эту машину? А у меня, смотрите, маленькая миниатюрная машина, которая даже ехать не может никуда, потому что стоит на пузе. Вот так вот, какой-то китаец или кореец свое получил. Так, ну вот, наконец-то я получил ящик, и пойдемте, ребята, на чемпионат. Будем тут смотреть, что такое происходит. Так, ну что я могу сказать, этот вроде бы лопух, карман причем. Он же вроде был тогда у нас... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как плохо просверлякал он меня. Ладно, тут проиграл, Далмону причем. Ну, здесь, думаю, никаких проблем не будет. Так оно и получилось. Паник. Так, ну что, паник, все. Готовченко, уводите его. Ты пока, братишка, доедешь, я тебя уже расстреляю, агит. Так же и Фортуна. Даже не думай в меня попадать. А вот тут вот уже жестко. Хотя, он сам наехал на мой ковш, и я его приподнял. А это что за летун такой у нас? Любит акробатику, я смотрю. Так, вот это... Ага, вот эту я помню машинку. Но сейчас у меня чуть-чуть побольше хп, и я все-таки выдерживаю его напалм. Так, Сэмми, Сэмми, я помню тебя с пилой. Так, ты ничего не поменял за это время. Так, тихонько. Ну, в принципе, даже если бы он выстрелил, он бы все равно куда-то в небеса там пульнул бы лазером своим. Ёлки-палки, а тут-то как-то умудрился я. Что-то я как-то упустил этот момент. Ну-ка, отлично. Отлично. Да, и я заработал всего одну медальку. И на какой я уровень? А, на вторую позицию перешел. Да, не густо, ребятушки, конечно. Хотелось бы быть на первом, но этот дабл 31 там засел. И, по-моему, ничего в нем такого особенного нету. Так, давайте-ка посмотрим. А что если мне вместо ковша, да, вот так вот сделать? О, я по хпшкам вырос, и это хорошо, ребята. А если еще немножечко... Нет, тут падает. Наверное... А вот что, если мы сделаем так вот? Плюс один. А для чего я это буду делать? Мне это незачем. У меня всего три слота, и, как вы видите, все заняты. Нужно апать пушку, это однозначно. Но ничего особой прибавки мне не дает. Да, печально, конечно. Это ж сколько я туда должен влить, чтобы один разок капнуть. Ну что же, ладно, давайте увидимся, наверное, ребятушки, чуть-чуть попозже и продолжим играть. Успешных защит в чемпионате 1, 254 золотых монеты я забираю.
И, ребята, я скатился опять на третью позицию. Все-таки очень быстро тут. Сейчас ты первый, а уже потом последний. Ну что ж, давайте попробуем этого разбить. Хотя бы звезду у него отобрать, точнее орден. Не вышло, к сожалению, у меня. Хорошо, не буду я ничего пока улучшать. А повторять попытку, давайте попробуем вот этого. Сконно. Ну-ка. Если я успею, то медалька будет моей. И я поднимусь на обратно. Есть, я это сделал. И куда я лечу? На какую позицию? На вторую, да? На первую. Ну, это меня радует. Ну что же, ребята, ладно, на этом все. Увидимся в следующих сериях. А на этом все. Всем пока, ребята, до скорого.